заехали. И вот Лина. Привет. Но потому что слышали по новостям, что снова хотят закрывать границу. Литовцев боятся, рядом с нами никто в магазине стоять не хочет рядом. Это музей. Да я нашла. Ага. За деньги. Так. Прикинь, Лина, что-то написали. Ну. А, допустим, перевести. Это они по-латвийски пишут только в этом районе, они по-латвийски пишут. А где? В Юрмальском районе там и все по-русски пишут. Мост 11 метров, а вот вышка 930 метров. Можно. Да. Все удивляюсь, вот озеро, откуда тут ветер вообще? Отъехали от озера, там вообще ветра нет, вот здесь. Можно шашлыки сделать, посидеть, здесь подвесить котелок, мусорки, столики, все красиво, как надо. Вот там Лина вообще убежала. Вот тут кидают, да, этой самой вышки, чтобы за птицами наблюдать. Да, 900 метров осталось. Идем, сходим. Там, кстати, и птицы собираются, перелетные. Ого. Так. 690 метров до башни. А там Лина что, лебеди, что ли? Ну и лебеди. Вот, короче, дорога есть. Да, дорога есть, километр вот, и знак поставили, въезд запрещен, и там возле музея площадку сделали, и приглашают там музей, экскурсии. Лина туда зашла и сразу же экскурсию предложили. Вот внизу тоже организовали мангал, мусорки, возле озера. Чтобы только не сорили. Хотите шашлычок, вон, приезжайте. Все, все есть. Тут котелок можно подвешивать. Я такую видел в Латвии уже. Хотите, вон, на лодке, вон там рыбак. Вон турники. Иди, иди повисни. Ребята, не видно, но мы только сейчас увидели. Тут, кроме белых птиц, одни птицы сидят. Вот эти, это утки или что это? Камеры черные какие-то, камеры, они вообще не видят их. Тут надо с хорошей оптикой приезжать и снимать. Можно кисленьких яблочек набрать. А там что, шиповник что ли? Даже грибы есть. Ну, на вешенки похожи, конечно. А я смотрю, это мята. Дикая. Смотрю, мятой пахнет тут вокруг. Надо набрать. Ну вот. Заходим на эту тропинку. Основную. Вот что-то хорек предупреждает, что делать нельзя.